ждать меня в вашем распоряжении. Фурмана был против. Я решал этот вопрос лично с Дзержинским. Что вы знакомы? И довольно коротко. Вы, товарищ Чапаев, может быть, и Ильича знаете? Отлично знаю. Покажите как-нибудь. Что там покажет Ильича? Упаси вас Бог! Лечиться у плохих врачей вообще! И у врачей-мышляков в частности. Врачи-мышляки ослы, как сказал дядя мой знакомый врач. Лечиться надо врачей платных. И чем дороже, тем лучше. Сегодня всеми трудящимися массами должен наконец овладеть один лозунг. Лечиться! Лечиться и еще раз лечиться! Хорошо ты говоришь, Гриша. Прокаплю Оскар. Только что ты сейчас-то Саша, Гриша. Что скажешь? Иди он теперь только того этот самый. Океан, бытия. Поправил ты меня, Иванович. А что думал? Ешь-то можно без этого, а какая она тогда пойдет? У вас война? Кисель какой-то будет, а не война. Стало быть, надо течить. Вот и вещь мой вам, командирский сказ. Невыразимо чудовищно и нелепо, а совершенно несовместимо с жизнью. И что? Ничего. Это все от Бога. Не обращайте внимания. 3, 4. Не бойся, Петя! Высадитесь в Египте, введете континентальную блокаду.
Женитесь на Жозефине, защитите Москву. Сашко, вас зовут. Вот, именно так это второй вопрос, а не все остальное. Смотрите. Принял. Вот, это второе. Знаете, эта анкета нужна. Бывают такие хитрые больные, которые способны обмануть лечащего врача. Например, если больной вдруг временно заявит, что он сумасшедший. И что, в общем, вы понимаете, Григорий, ваше имя? Лет вам? 700. Фамилия ваша? Пустота. Вот поймался на мысли, что отношусь к вам как к больному. Это же ужасно глупо. Но с другой стороны, это у меня профессионально, а? Трудно разобраться в них и красок внутренних путей лечения жизни. Начинаю понимать. Но все равно ловлю себя на мысли, что отношусь к вам как к больному. Конечно, все, а некоторые, особенно благодаря Анатолию Юматову, лицесателю Наталье, за башкирский кубыс. Спасибо большое членам профсоюза «Транснефть Урал». Спасибо нашим подрядчикам Радмиру и Эльвире Усаевой. Сейчас, значит, мы сделаем такую штуку. Есть такая социальная сеть ВКонтакте, и там, значит, будет конкурс. И мы приглашаем на сцену победительницу конкурса, у нее больше всех репостов, Грибову Ирину.